Награду за программу о фронтовиках получил мой коллега, корреспондент Алексей Яникин. Ему вручили почетный знак Союза ветеранов России. Алексей делает два телевизионных проекта на чувашском языке. В одной «Военное детство» герои рассказывают о том, как они, будучи детьми и подростками, трудились в самые тяжелые для страны годы и приближали победу. В другой «Вспомни, солдат» участники Великой Отечественной делятся воспоминаниями о боях и фронтовых буднях. Алексей признается, над этими программами он работает с удовольствием и с большим уважением к ветеранам войны и тыла. И обязательно продолжит собирать ценные свидетельства участников событий того непростого времени.